этом нет настроения. Ну, дайте совет, да, нашим зрителям. Если твой родной человек, близкий человек, да, подруга, там, брат, сестра находится в депрессии, как ему помочь? Ну, знаете, помочь можно в том случае, если каждый раз открывает для человека новые эмоции. Почему? Потому что депрессия – это что? Это отсутствие эмоций. То есть этому человеку необходимо привнести в жизнь эмоции. И важно понять, может быть, с глубокого детства, если ваш близкий человек, вы знаете, что когда-то радовало его, привести в эти места. Понимаете, да? Встретиться с теми людьми, с которыми человек был счастлив. То есть окунуть его в ту действительность, да, где человечек на самом деле черпал вот эти силы жить жизни. Очень часто люди из деревни, например, да, они стремятся в деревню для того, чтобы обрести счастье. У меня есть одна знакомая, она в свое время была чемпионкой по синхронному плаванию, и сейчас она, ну, клиентка, она живет в Швейцарии. И дети у нее швейцарцы, потому что она замужем за швейцарцем, но она приводит своих детей, чтобы они окунулись вот в эту счастливую атмосферу деревенской жизни, знаете, как из пушкинских сказок. На самом деле природа, она способна оживлять, природа способна давать. Важно выбраться из каменных джунглей. Угу. Ну, вы как врач-психотерапевт согласны, что все наши комплексы во взрослой жизни, что все они из детства? Согласна. Что все проблемы, с которыми мы сталкиваемся, ну, да? Ну, счастье тоже. Ну и счастье тоже. Счастье тоже. Да. Были мгновения, наверняка, в судьбе каждого ребенка, где он был тотально счастлив. И, скажем, не счастье, вот, скажем, страх, да, связан тоже с моментом. Важно этот момент найти, понимаете, да, и убрать. Преград нет по отношению к счастью. Просто, видимо, вашей знакомой, вот, которая наполнена счастьем, повезло, у нее детство было абсолютно счастливым. Вы говорите в своей книге, опять-таки, да, что когда женщина живет в гармонии с собой, то она любит и принимает себя полностью. А как вот принять себя полностью? Вы то знаете, есть мы же всегда чем-то недовольны. Согласна. На самом деле, понимаете, можно, посмотрев на себя в зеркало, сначала сакцентировать внимание на чем-то, да, сильном, позитивном, например, да, найти моменты, где мы сильны, красивые глаза, красивая грудь. И потом уже работать над теми моментами, которые, может быть, да, являются нашим недостатком. Естественно, женщина должна стремиться к развитию, должна стремиться становиться, каждый раз становиться краше, интересней. И, конечно, она должна замечать те места, которые еще не совершенны, но подходить к этому любя. А вы сейчас довольны собой? То есть, довольна. Вам сейчас сколько лет? 40. То есть Евгению Фролову 40 и Евгению Фролову 30. Я более счастлива. Вы более? Я более счастлива, да. Я сейчас могу себе позволить, ну, скажем так, вот то, о чем я мечтала 10 лет назад, сейчас я могу позволить. Я абсолютно счастлива. А о чем вы мечтали? Я мечтала найти своего мужчину, да, свою половинку я нашла. Я когда-то, лет 20 назад, я мечтала о ребенке, и мой сын, он, я получаю от сына такую любовь, да, такую мужскую поддержку, я вижу в нем такую сильную, мощную личность, и мои мечты реализовались в моем ребенке. Я мечтала о красивом доме, я мечтала побывать в разных странах, я много путешествую. Я мечтала отпраздновать 40-летие в замке, я отпраздновала. То есть все мечты практически, да, все, о чем я мечтала когда-то, это все реализовалось, но у меня есть еще мечты. То есть поэтому я буду жить и развиваться, и притягивать. Но вы всегда были такой жизнерадостной, веселой, улыбчивой? Не всегда. Позитивной? Не всегда. А когда вы стали такой? Когда я поняла, что я хочу быть счастлива каждый день, просыпаясь и засыпая. А сколько лет назад это было? Знаете, когда я была в глубокой депрессии, это было лет 15 назад. И вот именно с этого момента начались поиски, почему-то в том моменте была просто врачом-психиатром. И, естественно, может быть, среда, в которой я жила, да, и общалась, это очень сложные больные, да, шизофреники, алкоголики, наркоманы, и, в общем, да, эта среда тоже, да, влияла на меня. Я поняла, что я хочу взаимодействовать все-таки с красивыми людьми, да, с людьми, которые хотят развиваться, не которые, да, просто лежат в клинике и живут благодаря таблеткам, да, на этой земле, а те люди, которые все еще пытаются говорить с миром, да, и рождать что-то красивое в этот мир. С этого момента я решила меняться. Решила поменять свою деятельность, да, уйти от психиатрии и стать психотерапевтом.
И вот в итоге я обрела свой путь. И считаю, что можно вывести человека из пороговых состояний, да, то есть тех же депрессий, да, стрессов, благодаря вот новым технологиям, не новым, а старым технологиям. То есть медитациям, йогой, да, правильным питанием, общением с правильными людьми. Почему? Потому что окружение очень сильно влияет на нас. И если вокруг вас счастливые люди, они делают вас еще более счастливой. А если вокруг нас несчастные люди, понимаете, да? Они тоже могут повлиять на наше счастье. Угу. То сегодня вы окружаете себя своими клиентами, да? Кто приходит на ваши семинары, тренинги, кто читает ваши книги. И я слышала, что вы проводите свои мастер-классы обязательно за рубежом, да? Часто. Часто. Как вы сказали, в замке. В замке, например, да, обязательно, часто, часто. То есть это могут себе позволить только очень обеспеченные женщины. Знаете, я пытаюсь сочетать дорогие программы и демократичные программы. Например, сейчас мы едем в Черногорию, и программа Черногории на неделю будет стоить 1000 евро, это все, включая питание. Понимаете, да? То есть, да, это будет достаточно такая, ну, большая группа, но я считаю, что вот 1000 евро найти может каждая женщина. Ну, если она желает, да, погрузиться в тренинговый процесс на неделю. Я провожу мастер-классы в Германии, да, да, там по 200 человек, но входной билет всего 20 евро. И я считаю, что для того, чтобы прикоснуться к этим знаниям, 20 евро может найти каждый человечек. Угу. Но я знаю, что ваш гонорар, вот я смотрела на сайте, в рублях это 280 тысяч рублей, да? В тенге это больше миллиона. Но у нас так, по-моему, никто не зарабатывает из психотерапевтов. Ну, просто вот это была моя мечта – стать психотерапевтом великих людей. Я пришла к этой мечте. Кто к вам приходит? То есть люди ищущие, да, которые такие же, как вы, да, которые постоянно стремятся к развитию, или же люди, которые хотят изменить свою жизнь? Разные абсолютно. Это разные женщины, разных возрастов, с разными задачами внутренними. Это обязательно женщина с вопросом. То есть если у нее возник вопрос, это вопрос может быть касаться отношений. Это может быть, ее может спровоцировать измена мужа, например, да, или уход мужа из семьи. Или, например, ее может спровоцировать вопрос, а почему я такая яркая, красивая личность, да, я такая известная, я такая бизнес-леди, но никому не интересна, никому не нужна. Почему мужчины не хотят строить со мной отношения? То есть это всегда вопрос. Ко мне приходит женщина с вопросом. А вместе со своим супругом, Олегом, да, Фроловым, вы являетесь основателями школы Гейш в России. Когда-то, да. Это называлось школой Гейш. На самом деле мы хотели немножечко, знаете, пробудить общественность. И хотели, да, дать такое название нашей школе, чтобы общественность обратила на нас внимание. Потом, конечно, постепенно мы изменили название и стали просто, да, центр семьи. Академии взаимоотношений, но тогда, да, мы начинали со школы Гейш. Со школы Гейш. Да. И чему вы там учили? Нашим женским техникам, да, это искусство обольщения, да, искусство нравится, искусство быть женой, искусство в том числе вести переговоры по-женски. Почему? Потому что бывает мужской путь переговоров, да. То есть даже женские технологии не могут быть полезны, да, и в бизнесе в том числе. Очень активные, яркие, развивающиеся личности, они используют очень часто женскую мудрость в том подписании тех же контрактов. И наверняка вы знаете, да, о том, что гейша, она изначально, да, вот задача гейши какая была? Никогда не думали на тему, почему вот у Дана, да, у великого политика, там, в основном политики могли себе позволить гейш, почему, в чем ее роль была рядом с этим Дана? На самом деле она участвовала в переговорах. То есть, казалось бы, она владела искусством чая. Заваривая чай, она создавала такую атмосферу во время переговоров, когда очень сильные, яркие мужчины, альфа-самцы, не чувствовали подвоха. То есть они читали там договор, да, либо они приходили к какому-то консенсусу, и они ощущали себя комфортно, расслабленно, да, и могли подписать даже самые сумасшедшие проекты. Потому что альфа-самец, если вы знаете, да, альфа-самцах, у них есть внутренний рефлекс, они чувствуют опасность. И поэтому они становятся достигаторами, да, они становятся великими, мощными, поэтому они ведут с собой нации. И вот в этот момент гейша могла создать такую атмосферу, когда вот даже этот самец, расслабившись, мать, да, мог не заметить
какие-то уловки. Но сейчас школа гейш не существует уже, да, в Москве? Ну, она существует под другим названием. Угу. Да, то есть все то же самое осталось. Потому что ассоциации с гейшами у наших людей, скажем, не самые лучшие, да? Неправильная, да, неправильная ассоциация. На самом деле гейша, в том числе я училась в школе гейш в Японии. И гейша, она в обществе японском очень почитаемая женщина. И считается в Японии, что если гейша решила выйти замуж, то социально она понижает свою роль. Понимаете, да? То есть быть просто женой – это гораздо ниже по статусу социальному, чем быть гейшей. Гейша рядом с мужчиной, сильным мужчиной – это что? Это советник, это спутник, это помощник. Помощник и, скажем так, вот проводник его успеха. Из казахской женщины можно сделать гейшу? Знаете, если у женщины есть такое намерение, абсолютно из любой женщины можно делать гейшу. Но она должна захотеть. Вот вопрос – захотеть, найти время, прийти, начать учиться, начать развивать себя, вкладывать в себя. Конечно же, это не за 2 дня. Вы учите женщин быть женщинами, да? Но вам не кажется, что это все как-то однобоко? Вы знаете, на самом деле я считаю, что вот к этим технологиям приходит женщина уже в достаточно активном возрасте. То есть до этого она прошла школу, она прошла несколько институтов, очень часто бывает, да? И как личность, как профессионал, она уже, да, достигла очень многого. И уже достигнув профессионализма в каком-то деле, она приходит к тому, чтобы быть женщиной. Поэтому остальным, да, занимаются уже ортодоксальные институты, да, развитием. Там, не знаю, если это юриспруденция, да, то, или, скажем, если это врач, то, естественно, конечно, врач, он приходит специалистам и глубоко копает уже в своей профессиональной, понимаете, да, практике и развивает себя. Я не могу дать всего женщинам. Я исследую только мир женский. И если женщинам интересно то, что я делаю, если им это полезно, они могут вместе со мной прикоснуться к этому. Угу. А мужчины к вам обращаются? Обращаются. Обращаются. Обращаются? С какими просьбами? Что им интересно? Поскольку я еще и сексолог, я очень много пишу об удовольствии. Да, о том, что очень важно женщине в отношениях и что является, да, цементом отношений. Именно удовольствие. Если женщина испытывает удовольствие в отношениях, естественно, удовольствие мужчину, что приманивает. И, скажем, вот этот успех мужской, ну, во многом, да, зависит от того, испытали мы удовольствие рядом со своим мужем или нет. Почему? Потому что если даже мы сыграли, то мужчина не получил вот те вещества, гормончики, да, то настроение, которое мы дарим после нашего оргазма. И очень многие мужчины обращаются ко мне как к специалисту, как к сексологу, да, чтобы я научила мужчин отношения с собственными женщинами, потому что очень мало, ну, даже если есть информация в книгах, да, каждая женщина настолько индивидуальна, там настолько разные. И порой шаблон, да, не подходит под нас. Для меня удивительно, что мужчины этим интересуются. Да, да, да. У меня даже был опыт, одна из моих клиенток, она подарила курс удовольствия женщины своему мужчине на его день рождения. После чего мужчина позвонил мне и поблагодарил, сказал: «Женечка, спасибо большое за этот курс, было безумно интересно, увлекательно. Я так мало, оказывается, знала о женщине, о ее теле, и о том, как по-настоящему доставлять удовольствие. Вот такой интересный трюк сделала одна дама из Украины». А если женщина не получает удовольствия от отношений с мужчиной, но продолжает с ним жить, продолжает строить эти отношения, да? Ну, вполне возможно, что и устраивает такая жизнь, такая действительность. Почему? Потому что если женщина что-то не устраивает, начинает развиваться. Читая вашу книгу, я поняла, что взаимоотношения на самом деле это обмен энергией, да? Да. То есть, если это два любящих друг друга человека, то они могут наполнять, и женщина, даря свою любовь, да, мужчине, может привести его к успеху. А мужчины очень часто, вот альфа-самцы, да, если мы про них говорим, им же одной женщины недостаточно. Ну, потому что женщина, она полностью не реализуется во всех состояниях. Как правило, женщину хватает на какое-то одно состояние. Но мы говорим о том, что тот же Горбачев, даже после смерти Раисы, не видит ни одной женщины рядом. То есть даже после смерти наказывает на него огромное влияние. А он альфа-самец. Он был, понимаете, да, человеком, который возглавлял огромный союз. Ну, такие женщины не единицы. Но они есть.
И наверняка к этому можно прийти. И в моей современности есть подруги и женщины, которых я тоже равняюсь. И женщины, которым далеко за 60, и они восхищают, пленяют своих мужей, с которыми они прожили по 30, по 40 лет. И мужчины не представляют жизни без этой женщины. И считают, что все, что они имеют в этой жизни, вот тот статус социальный, там, политический, они имеют благодаря своей жене в том числе. Угу. То есть это был хороший бизнес-проект, жениться на этой женщине. Давайте поговорим с вами о воспитании детей. Да. Вот мне интересно лично, как воспитать альфа-самца? Знаете, это всегда лидер. И знаете, вот как Будда говорил, он, когда к нему пришла девушка с младенцем на руках и спросила, подскажи, как правильно воспитывать ребенка, чтобы он был духовный, яркий, да, чтобы мог вести за собой людей. Он говорит, ну, дорогушечка, ты опоздала. На самом деле воспитание ребенка начинается задолго до рождения ребенка. Понимаете, да? Вот как раньше в Риме говорили о том, что беременная женщина обязательно должна соприкасаться с прекрасным. И соприкасаться с теми качествами, которые она хочет видеть в ребенке. Например, у меня есть одна знакомая, которая на 100% да, реализовала вот эту идею. Как-то, когда она была беременна, она понимала, что у нее будет мальчик. И она всю беременность смотрела фильмы с Брюсом Ли. И даже ребенка назвала Брюс. Интересно. В итоге, этот мальчик на самом деле занимает практически все лидирующие позиции в боевых искусствах. У него огромная коса, на которой он, да, он стал как бы в Гиннесе, участвует в конкурсе Гиннесса, и он своей косой возит какие-то там огромные машины. То есть это абсолютно выносливая, мощная личность. Она хотела такого ребенка, да, она его создала. Мать, да, и когда мы создаем новую жизнь, можно создать. Конечно, его можно придумать, наделить ему качество. Я знаю множество женщин, которые хотели какие-то, например, цвет глаз. Да, они мечтали о каком-то цвете глаз. Они понимали, что они брюнетки, но они хотят, чтобы цвет глаз, например, чтобы был голубой. И рождались реально дети, да, с голубыми. Их, казалось бы, и в генетике нет, да, вот это оказывается где-то там не знаю, прабабушка, да, находили, что в прошлом, да, обязательно были какие-то такие соприкосновения с славянской кровью, да, и возникали вот такие удивительные дети. Я вот заметила, что современные родители, они более внимательны к своим детям, нежели там, опять-таки, в Советском Союзе, да, скажем. Да. А сейчас каждый родитель занимается ребенком. Ребенок занят по полной программе, да, с утра школа, музыкальная, там, спортивные секции. То есть в детей очень много вкладывают, да, инвестируют. Все воспитывают, да, но каждый же хочет правильно воспитать. Вот с чего начинать, да, какие качества нужно воспитывать в детях, чтобы завтра, скажем, не страдать? Ну, начнем с того, что вот вы сначала задали вопрос по альфа-самца. То есть надо понять, кого мы воспитываем. Если мы говорим о мальчике, да, то альфа-самец всегда свободная личность. И наверняка вы знаете, да, вот этот анекдот бытует о том, что у меня есть знакомый, который рассказывает о том, что вот он закончил, да, финансовый вуз, а потом аспирантуру, и в итоге, когда он нанимался на работу, оказалось, да, что все руководители огромных финансовых корпораций, это те люди, которые вылетели на первом курсе института. Они все поняли, они создали огромные корпорации, и сейчас, что нанимают тех людей, которые с красным дипломом закончили финансовый вуз, да, к себе в помощники. То есть это организаторы. То есть альфа-самец – это организатор, это неуемная личность, это свободолюбивая личность. Она не умеет приспосабливаться, да, она приспосабливает мир под себя, понимаете, да? А вот топ-менеджеры – это те люди, которые вылетели на втором курсе университета. И вот у нас бытует такой смешной мало. Если вы рассмотрите, да, все деньги мира, например, практически первые личности, первые топ-лидеры, да, в Форексе, это тоже люди без образования. И порой, когда мы вкладываем и для мальчика придумываем вот эти почасовые студии, мы должны понять, а кого мы развиваем. Понимаете, да? То есть у мальчика обязательно должно быть свободное время, где он мог бы просто побегать во дворе с мальчиками, просто подраться, просто прочувствовать вот эту свободу. Знаете, как раньше? Вот он сел на коня, да, и скачет, и он чувствует вот эту широту. Вот это Казахстан, вот эта земля, она моя, и она принадлежит мне, я хан.
Понимаете, да? То есть ему необходима свобода для того, чтобы быть личностью и лидером. Для девочки возможно, да, вот эстетическое образование очень важно. Ей важно быть послушной. И если мы воспитываем девочку, понимаете, да, наверное, такое расписание очень адекватно для нее, потому что послушание – это очень важный аспект построения отношений. Но мне бы хотелось воспитывать девочку, чтобы девочка выросла не просто красивой, послушной, да. Мне бы хотелось, чтобы она была... Я просто смотрю сейчас на молодежь, да, на молодых девушек, там, благодаря социальным сетям, Инстаграму. И я просто понимаю, что, я не знаю, может быть, сейчас такое время, да, когда смысл жизни – одежда, машины, сумки, там, макияж красивый, да. И я просто вижу, что многие из них вообще ничем не занимаются. То есть мне бы, например, не хотелось воспитывать так свою дочь. Ну, а у вас другой дочери не получится. Динара, вы очень активная женщина, да? Понимаете, дело в том, что мы же личным примером показываем, каким быть нашим детям. Если вы активная личность, естественно, ваша дочь будет равняться на вас. Почему девочки, да, когда им 2-3 годика, одевают мамины каблуки, мамины украшения, она стремится быть похожей на маму, на эту красивую женщину, которая родила... И для каждого ребенка мама самая красивая. Понимаете, да? И если вы останетесь такой же активной, естественно, ваша дочь будет, она пойдет по вашим стопам. То есть правильно говорят, когда говорят, воспитывайте не детей, а воспитывайте себя. Да, да, Динар. Ну что ж, мы заканчиваем нашу программу, и напоследок мне бы хотелось все-таки подытожить, да, для тех, кто, может быть, еще не знаком, да, с вашей книгой. Что самое главное для женщины? Вы знаете, для женщины самое главное – это она. Женщине важно на самом деле понять, что она есть. Да? А получить удовольствие от того, что ты смотришь на себя, что ты чувствуешь себя. Вот эти ощущения, когда мы пьем чай, когда мы кушаем вкусную пищу, когда мы общаемся с мужчиной, когда мы воспитываем ребенка. Знаете, очень важно центр держать внутри себя. И от каждого мгновения своей жизни получать удовольствие. Да? Создавать вот этот мир и жизнь полное удовольствие. Но очень часто, к сожалению, мы это делаем на автомате. К сожалению. Поэтому как избавиться от этого? Вы знаете, вот я рассказывала вам уже, дала вам первую технику с улыбки, да, мы начинаем день. А вторая техника – это завтрак. Это очень важная техника. Вот когда вы позволяете на завтрак, вы знаете, что, да, если это 12 часов, то все сгорает. Мы позволяем все вкусности, да, на завтрак себе. И когда мы, понимаете, вот кушаем вот эту горячую вкусную булочку, мы ощущаем ее аромат, позволяем наслаждаться этим мгновением. Пусть завтрак, да, продлится час-полтора, но это будет в удовольствие. Да, когда мы с вами пьем ароматный вкусный чай, да, и пропитываемся этим ароматом, пропитываем себя, да, потом вкусовыми качествами. Вот этот элемент наслаждения, да, первыми мгновениями жизни, потому что жизнь начинается с утра, не с понедельника, а с утра, и позволяет женщине на самом деле потом, каждое мгновение последующее быть ориентированной, быть внутри себя, быть наполненной. Ну, резюмируя нашу беседу, я поняла, что все начинается с завтрака, и все начинается с любви к себе. Конечно. Ну что ж, спасибо большое, спасибо, что пришли ко мне на программу. Сегодня у меня было эксклюзивное интервью с известной писательницей, врачом-психотерапевтом Евгенией Фроловой. Вы смотрели программу «Статус-кво». Всего доброго, увидимся в следующий четверг. Спасибо, до свидания.